Всем здорово, друзья! Переделанный Conan Doyle Trail 5 на переднюю одну скорость на 32 зуба и на 10 задних. Здесь полностью все поменено. Переключатели также поставлены Shimano Dior. Стояли здесь какие-то намного проще. Шины Maxxis. Это сток, кроссмарк. В принципе, и тормоза те же самые. Тормоза Tektra Auriga. Поставлены новые педали. Здесь тоже ничего не менялось. Сток. Купил на AliExpress такое. Это не сиденье, это подсиденье с такими мякишами мягенькими. Там вообще буквально там до 100 гривен стоит. Но ездить намного мягче. Все-таки вот эти все оригинальные сиденья, жопа побаливает чуть-чуть так, можно так сказать, не совсем чуть-чуть. А вот так вот берете, затянули, стянули, и все окей. Оригинальная сумка Conan Doyle, маленькая такая. Что я могу сказать? С одной скоростью ездить классно, но все-таки 32 звезды для меня мало. Наверное, буду ставить, скорее всего, 38. Или 36, или 38, или 3, или 40. Сейчас буду интересоваться, что лучше. По скорости, одним словом, по набору, когда такая маленькая передняя звезда, то как бы очень много вращений нужно сделать педалями, чтобы поехать быстрее и быстрее. Потому я как бы так решил, покатаюсь еще на 32, а потом поменяю на поболее. А вообще, конечно, с одной звездой не сравнится съездить, так как здесь было три раньше. В любом случае, у меня были все велосипеды с тремя. Совсем другое дело с одной. Нет лишних переключателей. И так же само на руле. Смотрите, здесь только есть. Здесь вообще ничего нет. Пустое место. Амортизатор XSM, такой достаточно мягкий. Мне бы хотелось бы даже немножко погрубее, чтобы было, потому что как бы все неровности буквально проезжаешь и чувствуется, как бы, что он, в принципе, как бы имеется в виду, что не чувствуется неровности, но как бы не знаю, сколько он прослужит. А так, в принципе, сам смысл этого видео, что можно сделать велосипед с трех передних скоростей звезд на одну, как перейти и как бы какое отличие. Мне, в принципе, как бы зашло ездить, этим словом, по кайфу. Так что, друзья, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Всем до новых встреч. Будет много велопокатушек. Всем пока.